2 августа 2022 года в отдел полиции номер 1 поступило сообщение от гражданки 1951 года рождения о том, что ее обманули. Мошенник позвонил ей под предлогом того, что ее дочь попала в ДТП, и чтобы ее не привлекали к уголовной ответственности, то ей необходимо заплатить определенную сумму. Женщина согласилась на условия мошенника и отдала прибывшему курьеру денежные средства в размере 100 тысяч рублей. Также в этот день поступило еще одно сообщение от гражданки 1934 года рождения о том, что ее также обманули мошенники. Пенсионерка отдала курьеру денежные средства в размере 150 тысяч рублей. Сотрудники полиции в ходе следственно-оперативных мероприятий в Тамбове на улице Красной около банкомата задержали мошенника. Им оказался житель города Саратова, который пытался через банкомат внести на банковскую карту полученные им преступным путем денежные средства. Данное лицо доставили в отдел полиции номер 1. С ним проводили следственные мероприятия. У данного лица была изъята сумма денежных средств в размере 139 600 рублей. Гражданин 2000 года рождения был помещен в изолятор временного содержания. Ведутся мероприятия по документированию преступной деятельности злоумышленника. Изъятые денежные средства будут возвращены потерпевшим.